Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Перед нами находится телефон Motorola Moto G Pure. И сейчас мы разберемся, как изменить язык системы данного устройства. Так, для начала включаем наш девайс. Потом переходим в настройки Settings. Спускаемся в самый низ к настройкам System. И переходим в Languages and Input. Нажимаем на Languages. Нажимаем плюсик Add a Language. И ищем у нас русский. Вот он. Выбираем регион. И потом переносим, нажимая на значок равно, переносим русский на первое место. Таким образом, спустя буквально несколько секунд, язык будет изменен. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!